Всем ассаламу алейкум, доброе утро. Хочу снять видеообзор. Город Костанай. На Крымском берегу. Дома вообще построили тут. Я не знаю, как строили, что за архитекторы, как они думали, чем они думали. Паркинг вообще маленький. Машину вот сейчас я не могу на своей машине выехать. Потому что машин очень много, и еще гости приезжают к людям. Дом этот близко к этому дому построен вообще. Вон там сколько машин, дофига. Еще строится. Дома это только начало. Там еще новые дома строят. Школу строят. Короче, паркинг маленький. Машин много, и это только начало, 2024 год, а представьте, что будет дальше, если так не думать грамотно, планировку не просчитывать, то я не знаю, как будут люди парковаться, где будут машины свои ставить, вообще не представляю. Подземных паркингов нету, надземных паркингов тоже нету. Просто на земле тупо ставят машины и все. Машин много, а паркингов не хватает уже. Стояночных мест для машин не хватает. Это сейчас уже на работу поуезжали машины. А с утра вообще тут заполнено вечером. Тут вообще полная стоянка. Люди уже иногда вон на траве ставят машины. Потому что некуда реально ставить машины. Как вот думают архитекторы, я не знаю даже. Может быть, как в Астане архитекторы пригласили бы с Англии там. Здесь Японик, Сё Куракава, Норман Фостер. Мировых архитекторов, но они деньги хорошие попросят. Ну а тогда нашим архитекторам надо думать, как строить свой город, чтобы люди радовались.